лыжа G9 из линейки Racer от компании Atomic. В этом сезоне она в исполнении Ultra Titanium. Ну, то есть они оставили полностью сверху, весь лист положили, да, от начала до конца, не стали его подрезать. И второй лист над контами идет. Лыжа получила больше динамики, больше торсионной жесткости, стабильности на скорости. Ее стихия в основном жесткие подготовленные трассы, особенно очень жесткие там, потому что у характера лыжи стал очень похож на спортивную лыжу, на спортцех, только геометрия как бы здесь позволяет катать средние дуги, она легко уходит в среднюю дугу при нормальных, при хороших углах закантовки. В дуге очень плавно скользит, не запирается, ну то есть комфортно, отдача у нее плавная. В принципе, можно катать целый день, если склон позволяет, но если склон мягкий, разбивается быстро, конечно, эта лыжа, она немного становится такая нервная, ну, немного, ну, начинает вязнуть, и постоянно приходится контролировать, чуть уходить назад, и, чтобы не вяз носок. Ну, то есть удовольствие, конечно, в основном, когда лед, и жесткий склон, и вельветы. Вельвет очень плотный, поэтому она довольно-таки требовательна к уровню подготовки. То есть она все-таки средние и длинные дуги, и средние и большие скорости. Те, кто старается контролировать и не быстро кататься, она не подойдет. Даже, в принципе, наверное, будет в коротких ростовках довольно-таки требовательная. Но вот ростовки, которые у нас сегодня была, ростовка 177, она, наверное, типа, для такого уверенного быстрого катания, она идеальная для высокого уровня лыжников, и в том числе экспертов, вплоть до тех, кто бывшие спортсмены, и кому нравятся длинные, ну, большие скорости и пространство. Это лыжа замена, наверное, спортивные лыжи на каждый день, но требующая и опыта, и наката, и спортивности в вас именно. Лыжа непростит, лыжа очень хорошо набирает скорость. Поэтому уровень, конечно, нужно иметь выше среднего однозначно и стараться. Лыжа будет вас учить, учить и учить. Лыжа для длинных дуг, для экспертов самого высокого уровня. Лыжа жесткая, лыжа очень динамичная, лыжа практически спортивная, то есть на ней действительно можно зажигать по хорошему жесткому склону. Это не спортцеховская лыжа, которой хватает только на тренировку. Это именно динамичная лыжа для катания в течение всего дня. Лучше всего она идет на жестком, на ледяном склоне. Если склон мягкий, но укатанный, то нужно быть чуточку более внимательным, там меньше загружать ее с носка и хорошо контролировать в средних и длинных дугах. Очень любит скорость, на коротких поворотах и на малых скоростях работать она не любит. Ну и, собственно, она сделана не для этого. Вот, так что экспертам, любящим скорости и просторы, то, что надо.